Всем привет! С вами я, Александр Сучков, и в этом видеоролике я буду играть в Warface. Это наша четвертая часть нашего прохождения этой игры. В общем, ребят, мы сегодня будем играть во что-нибудь, наверное. Все-таки поиграем, наверное. Я поиграю чуть-чуть, потому что я только что со стрима, как вы заметили, наверное. А стримы всегда у меня долгие, поэтому как бы... Давайте посмотрим наш склад, что у меня есть. Вот мой персонаж, вот как он выглядит. То есть у меня все за короны куплено, все навсегда. Это можно заметить. Вот как выглядит это на Blackwood костюме и на Warface. В общем, вот так вот все выглядит. Окей. Из оружия вот что у меня есть. Это единственное, что у меня есть рабочее. Вот эти три пушки. Так, больше у меня здесь ничего не рабочее. Так, снаряжение. Есть маска, есть такая еще маска. Боевой шлем штурмовика, но он как бы отличается, наверное, от этого, потому что у этого шлем элиты, он как бы еще броню делает. И это круче. Есть жилет. Есть гладиатор. Жилет. Перчатки элиты есть. Вот ботинки я не купил элитные, потому что у меня нет корон. У меня мало корон, поэтому ну, нечего купить. Так, окей. Так вот, можно посмотреть. И, как всегда, мы будем открывать сейчас коробки с диглом. Мне должен сегодня выпасть дигл, но у меня что-то никак не выпадает, так что давайте мы сейчас проверим нашу удачу, точнее, мою удачу в этой игре. Покупаем. 450 рублей стоит одна коробка, один бокс, варф бокс. Давайте купим. Две, наверное, хватит нам, я так считаю. Нет, не хватит. Хватит только на одну. Так. Пожалуйста, выпади мне дигл. Пожалуйста, пожалуйста, я тебя прошу, пожалуйста. Нет. 350 хп мне выпало. Это опыт. И одна штука дымовая граната синяя. Так, синяя дымовая граната. Того у меня теперь их 8 штук. Да. Никогда мне не выпадет, наверное, золотой дигл. Хотя хотелось бы. Очень хочу этот дигл. Ладно. Окей. Давайте Go в Blitz тогда поиграем. Давайте. Начать игру. Так, я стреляю. Кто еще не видел? Я играю без читов, без макросов всяких, кроссов всяких. У меня нет таких читов. То есть, я не читер в этих играх. В общем, кто не знает, сегодня был стрим еще. Может, это видео выйдет после уже стрима, потому что монтаж идет. Я снял, например, видео, и я его смонтировал только на следующий день и выложил. То бывает, сразу монтирую. Потому что видео реально офигенное, как дофига, и как-то нету времени, чтобы поиграть там, выложить видео те. В общем, в этом видео я вам расскажу всю правду вообще о Нубасе в Warface. Я не такой профессионал в Warface, как вы думаете, там, чтобы я там вообще всех убивал. Нет, такого у меня нету. Я обычный игрок, как и все. Да, я стреляю немного круче, чем остальные, но я не профи, ребята. Как я уже говорил в прошлом видеоролике, я не профессионал в этой игре. У меня даже ранг маленький. У меня вот несколько аккаунтов. И, в общем, как-то вот так вот. Так. Так, окей. Побежали сюда. Так. Побежали сюда. Кидаем нашу гранату. Так, окей. Там в кого-то стали стрелять. Сейчас что-нибудь попытаюсь сделать. Так, окей. Так, что там?
такое-то происходит. Ладно, побежали. Я побежал. Никого. Ну почему так? Вот я вам говорю, вот все, это последний раунд, потому что сейчас Blackout побеждает и все. То есть. Все. Но все равно смысла нету. Ну. Выиграем мы, не выиграем, все равно у них один раунд остался. Хотел снять про нефтебазу, потом подумал, нафига, у меня уже было несколько эпизодов про нефтебазу. Я решил про это не делать. Так. Ну все, там, конец. Я ни одного килла не сделал, и это тупо. Ну нету никого. Ну, смотрите, он что-то бегает, не так что-то делает. Ну, я не знаю, это неправильная какая-то игра у них. Да и у меня немного неправильно. Потому что, ну, команда не такая, ну, понимаешь, понимаете, постоянно вот проигрыши. У этого даже вот золотой дигл у него. Ну, я вам говорю, ну, один залагал где-то, непонятно куда идет. Ну, так играть невозможно. Поэтому, я не знаю. Ладно. Так. Остался он один, я так понял. Потому что никого нету. Вот, он один остался. Давайте сейчас доиграем и все. Надо заканчивать эту часть, потому что... Ну как он? Ну, не выиграет он все равно. Надо обезвредить бомбы, я так понял. Он этого не сделает. Ну все. Вот как-то так. Ну, смысл, я не понимаю. Вот это вот то, что они играют, они даже играть не умеют, понимаете? Они играть не умеют, и смысл играть, если они играть не умеют. Я этого не понимаю. Так, окей. Так, окей. А, вот. Так. Так, окей. Так. Окей. Ну все, загрузка идет, ладно. Так. Ну это все, короче, долго. Без одного килла у меня 5 только варбаксов дали. Это мало. Это офигеть как мало. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. И на мой второй канал Нубас. Нубас 2. В общем, всем удачи и всем удачи и всем.